အမေ Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан. И мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Пикудей. Она начинается так. Вот исчисление Скини, что были исчислены по велению Маше. Шмо 3821. А затем Тора сообщает о количестве золота, серебра и меди, собранном для работы по созданию скини, и о том, как все это использовалось. Наши мудрецы объясняют, что Маше Рабейн учел необходимым дать подробный отчет обо всех приношениях, которые прошли через его руки, и показать, что собиратели пожертвований чисты и честны, перед Богом и народом Израиля. Однако, вчитавшись в этот отчет, мы обнаружим, что он совсем не исчерпывающий. Там подробно указывается, как использовали серебро и медь, но ну, о а золоте просто, например, сказано в целом. Все золото, изготовленное для работы, было использовано во всякой работе для святилищ, и было золото приношение 29 талантов. Шмо 38.24. Отчет по серебру также касается только половины шекеля и не упоминается все пожертвования, принесенные для скини. Мудрецы объясняют, что в этой главе перечислены все высовые меры, принесенного в качестве добровольного дара для скини серебра, золота и меди. То есть, Тора стремится представить подробный отчет обо всех дарах и их использовании, но только указать вес основных пожертвований. Тора говорит нам, что Маше Рабейну, как ответственный за строительство Скини, вел учет всех взносов и приношений, так что не было необходимости перечислять все элементы, материалы и их использование. А достаточно было, в общем, указать основные из них. Эти примеры показывают, что Маше правильно учитывал все пожертвования. Так и полагается подлинному руководителю. И в этом перечислении кроется глубокий смысл. Маше Рабейна указывает именно вес вещей, а не их стоимость. Вес характеризует физическую сторону вещей а их стоимость представляет духовную ценность или сторону. А во вкладе на строительство скини вещи учитывались именно согласно их весу. И это не случайно. В жизни человека вес символизирует саму суть действия, а стоимость отражает присущее ему намерение и смысл. Когда человек использует заповедь, то в этом можно различить само действие и намерение – и чувства стоящие за ним, как мы видим, говоря об исполнении заповеди строительства мешкана с киней, Тора точно указывает именно вес суть этого действия. И в этом, дорогие друзья, заключается вечное предписание для нас о том, что храм, который каждый человек должен построить для Бога, не может быть просто быть результатом духовной деятельности, намерений и эмоций. Но его возведение связано и с физическим земным действием. Когда человек делает что-то физическое в соответствии с указаниями Мушера Бейну, его действия создают в этом мире место для божественного присутствия. Материальный мир в своем обычном виде для Бога отнюдь не гостеприимная среда, если можно выделить общее для него материального, так это присущий ему эгоцентризм. Всякая вещь утверждает себя как основу и цель существования. Каждой своей частицей камень провозглашает ⁇ Я есть ⁇ Все инстинкты дерева и животного направлены на самосохранение и размножение, что и является для них целью всякого действия. А кто больше человека превратил чистолюбие и искусство и самовозвышение, да, сделал из этого идеал, эгоцентризм, Себялюбенья мешает видеть суть стоящего за ними, а суть такова, творение, не цель, а всего лишь производная своего Творца и его оружие или орудие. Но себя и все остальные вещи приводят к тому, что это не замечается. Так, чтобы сделать наш мир домом для Всевышнего, мы должны изменить природу этого мира, перестроить его основы из сущности, ориентированной на, само, на самого себя, создать нечто, существующее ради куда более значительных целей мы осуществляем такое изменение всякий раз, когда обращаем материальный объект или духовное усилие на службу Всевышнего, беря ли кусочек кожи для изготовления твилина, отдавая ли банкноту на благодетельность или исполняя свой разум для изучения Торы. Все суть осуществления такого изменения. В своем изначальном состоянии кусок кожи как бы заявляет ⁇ Я существую ⁇ но в твелине это заявление уже иное ⁇ Я существую, чтобы служить своему Творцу ⁇ Деньги в кармане нашепчивает ⁇ жадность ⁇ прекрасно, а в ящике для пожертвований он, ну, в смысле, день, деньги считают иначе. Цель жизни ⁇ не брать, а давать. Именно поэтому только Маше мог на самом деле объединить все приношения в общественное имущество и опустить в этот мир божественный свет, когда облако шхины Всевышнего присутствия опустилось на мешкан и наполнило его своим присутствием. Этого я нам всем и желаю. Браха ватслаха. Будьте здоровы. Делайте много хороших дел. Шалом, ваш Равин Каплан.